Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приглашаю вас на свой вебинар по сплин-терапии. Такое модное направление, так ли оно хорошо? А может быть, мы его недооцениваем? Существуют разные конструкции, дизайны кап, что применять в каких клинических случаях? Кроме того, есть различные тенденции в стоматологии. Как смотрят на сплин-терапию известные стоматологи? Давайте научимся ставить перед зубным техником конкретные задачи, чтобы потом не сталкиваться с конструкциями, которые не дают желаемого результата. И будет здорово, если зубные техники послушают этот вебинар, но нужно помнить, что КАПА – это только инструмент для активной работы врача. Приглашаю всех на вебинар. До встречи!